закашляешься без баянсами. Доброе утро, мои дорогие! Давайте сегодня посетим азербайджанскую кухню. У нас сегодня в гостях шеф-повар ресторана «Каретный двор» Ильяс. Ильяс, я рада тебя снова приветствовать. И скажи, что мы сегодня будем с тобой готовить? Сегодня тоже будем готовить очень старинные национальные блюда Азербайджана. Кыйма хинджал называется. Кыйма хинджал? Хинджал готовится, значит, здесь мука. Как вы видите, вода. Это мясо, фарш, значит, телятина, лук, пропускается мясо через мясорубку, получается вот такой фарш. Мы сейчас делаем обычное пресное тесто, ну, как мы дома для лапши замешиваем, похоже. Вот у нас готовое тесто, и сейчас его будем раскатывать огромной зубочисткой. Это не зубочистка, охлов называется так по-азербайджански. Охлов. Охлов. Ну, похоже на зубочистку. Да. Для гигантского человека. Видите, немножко он прилипнет. Ничего, сейчас его. А мы должны, чтобы тесто было тонкое? Очень тонкое, чтобы его потом порезать. Да. Ну вот мы раскатали тесто, и его нужно подсушить. Его подсушивается. И вот на такие ромбы порезанное оно. Хорошо, подсушили. Теперь подсушили. Видите, у нас кипит вода. Да. Пока эта вода кипит, мы берем фарш, горячую сковородку, бросаем его. Без масла. Без масла. Когда жарится, сам по себе рассыпается. Ага. Как обжаривается. Так, что мы делаем? Это... У нас уже кипит вода. Вода кипит. Где я туда бросил соль, чтобы было он немножко соленый. Соленый, да. Соленая вода, да? Так. И все. Бросаем туда. Это бросаем туда. И он остается. 2-3 минуты. А теперь новость. А вы знаете, что помимо хинкала в азербайджанской кухне есть еще разновидность пельменей? Это кюрза и джушбара. Вкусно! Вот у нас уже готовое блюдо. Выглядит очень аппетитно и вкусно. И я так понимаю, что если мы это будем делать не на завтрак... Если это на обед, можно сюда добавить чеснок, значит... Мелко нарезать его. Мелко нарезать его. В таком плане. Или подавить. Или подавить. Да? Да. Давилка, она быстрее. Да. А это что у нас, кефир? Да. Или сметана? Кефир, это да? Кефир. Добавляется туда. А, это кефир. Добавляется в кефир. Да. Да-да-да-да-да. Получается вкусная такая приправа. И подается с хинкалами. Как приправа? То есть вот так это подается. Да. Кто любит в таком варианте, кто в чистом виде, на свое усмотрение. Ну вот у нас получилось такое классическое, простое, очень вкусное азербайджанское блюдо. Спасибо, Ильяс. Спасибо, дорогой. А какой же завтрак без чашечки чая? Изысканный душистый цейлонский чай «Дилма» удовлетворит вкус самых строгих ценителей этого напитка.